Максимально тут не было. Все нормально. Инженер говорит, что все так и должно быть. 17.42, 1,5 килограмма примерно ящик. Пустой, 20 килограмм. Запускаем с вишней. Больше не надо делать, да, пустого? Сейчас мы перерываем. Нет, так можно начать с такой, а потом ускориться. Нормально, не сгребает. Как король. Да. И звери, да, чтобы не потерялось. Целый кусок. Давай. Как ты думаешь, сколько вишен на килограмм идет? Разбила косточку, да? И перескакивает. Ух ты. Это на максимум. Ага. То есть, если не на максимуме, такого нету. Тут, чем медленнее, тем лучше качество работы. То есть, меньше косточки. Тринадцать с половиной. Ясно. Значит, 16 200 минус 13 с половиной. Равно 2,70 потери. 2,70 потери, но это на этой вишне. На 16,2. Равно 17% это выход чисто косточки. Но здесь же, когда по конвейеру оно идет, то там западает, выпадает, давится. Потери. Плюс вымораживается, сок стекает, потому что он дольше идет. Это ж мы тут вот рядом, да? То есть оно где-то будет за 20. Насколько за 20? Потери, да? Да.